Добрый день, друзья! Сегодня я приготовила вот такие аромасаше и решила как бы с вами поделиться вот этим как бы мастер-классом, да, как называют сейчас. Ну, в общем, у меня получилось, поэтому решила как бы рассказать вам, как можно нам приготовить такие ароматные маленькие сувениры, которые мы можем использовать в ванной машине даже, но тогда нам нужно, может быть, взять для автомобиля немножечко поменьше форму. Но, в принципе, можно использовать для подарков, для сувениров. Нам понадобятся сухоцветы любые. Можно взять специи. Можно взять вот укроп, я даже взяла. Базилик у меня здесь. Веточки можно хвойные какие-то взять. Я взяла тую. Вот это у меня жасмин. И я его просто, ну, белой краской акриловой покрасила. Шиповник, ну, в общем, все возможные. Вот здесь у меня тысячелистник, тоже базилик, крошка. И крошка цитрусовых, все возможные специи и сухоцветы можно использовать. Вот в данном случае у меня здесь календула, несколько веточек укропа. Здесь базилик и шиповник. В этом случае, значит, у меня цитрусовые, стружка, шиповник и туя. Там, где мы используем, допустим, хвойные, можно использовать аромат эвкалипта. Или, если здесь есть цитрусовый, можно использовать аромат, допустим, апельсина или лимона, в общем-то, цитрусовых. Вот такие есть эфирные масла в аптеке, все знают. И нужно добавить, ну, несколько капель, где-то хотя бы 15 капель вот на одно такое, значит, изделие. Не меньше, потому что, ну, иногда быстро запах улетучивается, но самый стойкий запах эвкалипта. Я как бы попробовала. Эвкалипт, конечно, очень стойкий запах, поэтому можете пробовать. Еще у меня есть лаванда. Ну, вы можете на любой вкус, есть там ароматы всевозможные, персик и какой угодно. Вот, сейчас покажу, как это нужно сделать. Значит, я взяла обычную парафиновую свечечку, вот, измельчила ее. Я уже подготовила воск, разогрела. В качестве формы я использую обычные пластиковые контейнеры. Есть специальные формы для таких изделий, для поделок. Можно где-то поискать, но я пока еще не нашла, но уже как бы желание у меня было, решила попробовать. Также вот у меня была, видите, свеча такая, но она как бы в фольге какой-то цветной. Эту фольгу, конечно, нужно снять, убрать, и тоже, в принципе, можно использовать и такие свечи. Но я использовала обычные парафиновые свечи, или можно использовать обычный воск. Можно его использовать. Тогда фон будет более темный и более светлый. Можно использовать какие-то растения или там более светлые, может быть, цветы или специи. Так, сейчас покажу, как мы это все будем делать. Значит, вот этот воск я сейчас топлю, растапливаем и заливаем в форму. Форму я предварительно чуть-чуть совершенно сполоснула водой и дала чуть подсохнуть. Ну, я думаю, может быть, так быстрее. Но у меня получилось как бы вынуть. Но формы, которые продаются, они, конечно, более удобные. Заранее нам желательно подготовить вот таким образом как бы то, что мы хотим увидеть в своем изделии, ну, подобрать как-то уже нужные сухоцветы или специи, и затем уже выкладывать это будем в воск. Воск нужно вылить, и в течение там буквально 2-3 минут нужно уже всю эту композицию собрать. Я уже сказала, я вот в такой металлической посуде в перчаточках сейчас буду выливать. Толщина примерно должна быть 1 сантиметр. Где-то полминуты мы даем воску, чтобы он немножечко совсем начал застывать, иначе наши как бы могут сухоцветы погрузиться очень глубоко. Так, друзья, вот прошла где-то минутка почти, и начинаем мы собирать наше изделие. Помогаем себе шпажкой какой-нибудь деревянной, можно. Пока еще воск не застыл, мы еще можем здесь как-то все это расположить в нужном нам порядке, что погружается немного наше.
кусочки. Ну вот так примерно я хотела расположить. Сейчас мы посмотрим, что из этого получается. Покрылись, конечно, воском лепестки. Ну вот это такие нюансы. Очень нужно все делать тут вовремя. Масло ароматное, вот наше эфирное, какое угодно вам, да, можно добавить вот сейчас. Ну уже, видите, застывает немножечко. Или во время того, как воск вы только отключили. Также мы вот сюда вставляем вот нашу трубочку. Так, трубочку я установила. Сейчас воск начинает подсыхать. Масло я добавила. Я добавила лаванду. Желательно больше ничего не трогать уже, чтобы как бы не нарушить. Иначе верхняя часть будет вот такая. Видите, уже я ее начинаю как бы сдвигать и начинает портиться ровный край поверхности. Поэтому оставляем так до застывания, минут 20, а потом вытащим. Все, что у меня получилось, вы потом увидите на обложечке. А вот, ну, предыдущие я вам показала, да, два изделия. Вот здесь у меня запах эвкалипта очень такой насыщенный. А здесь у меня запах апельсина я добавила. Эфирное масло очень приятное. Такие сувениры можете приготовить кому-нибудь, можно на кухне. Вот этот край такой резной получился, когда я пыталась вынимать это из формы, потому что изделие, ну, как бы плотно прилегает. Если форма силиконовая, гораздо проще, конечно, вытащить. Ну, вот уже застывает как бы наши там сухоцветы. И да, нужно было чуть-чуть мне как бы подождать. Но это все ваше потом как бы методом проб. Как бы попробуйте, и как у вас будет получаться. Тогда уже будете знать, через сколько минут, секунд вам это делать. Вот, друзья, таким мастер-классом сегодня поделилась. Можете тоже попробовать заняться еще таким творчеством. Всем всего доброго желаю. До свидания. Если есть вопросы, я как бы в описании постараюсь как бы рассказать, как это все приготовить. Ну, я думаю, вы и так увидели. Всем всего доброго. До свидания.